Всем привет! Вы на канале Яна Кляйн. Кто не подписан, подписывайтесь. И мы забыли сказать, как у вас дела. Сегодня у нас вот такие какие-то новые киндеры. My Little Pony. Да? И у нас вот здесь нарисованы все разные пони. И Applejack, и Fluttershy, и Сумеречная Искорка, и Радуга Дэш, и Пинки Пай. И эти пони, да, они сейчас соберутся с нашими всеми пони, которые у нас есть в коллекции. А у нас очень много в коллекции. Если вы не видели, зайдите, посмотрите наши видео. У нас с разных стран. И будут жить в огромном доме, да? Да. Ну что, поехали откроем? Да. Какой первый ты выберешь? Спинки Пай? Да. Давай смотреть, что там будет внутри. Там я мамочка. Там должны быть какие-то сюрпризы, наверное. Я думаю, с пони в этот раз будут. Та-та-та-ка. Давай, доставай. Та-та-та-ка. Ух ты, как они открываются. Ой, классно. Бумажка остается. Прямо целая бумажка остается. И розовая капсула, как сама Пинки Пай. А ну достаем. Кто там внутри? Это Fluttershy. У нас маленькая вот такая пони. У нас до этого пони были, конечно, побольше размером, чем эти. Но это тоже очень симпатичная и милая. Это у нас Fluttershy попалась. Давай следующее яйцо посмотрим. Вот здесь в коллекции есть. И Applejack. И Rainbow Dash. И Twilight Sparkle, это Сумеречная Искорка. И Rarity. Яна открывает с Радугой Dash, Rainbow Dash. Давай, открывай, посмотрим, какие пони внутри будут в этом яйце. Давай бумажку сюда. Ой, снова розовая. Капсулка у нас, сейчас посмотрим. Ой, и снова у нас Fluttershy попалась. Теперь у нас две Fluttershy. Что, может, в розовых капсулках попадаются розовые пони, Fluttershy? У нее розовая грива, а сама она желтая. И у нас теперь две такие пони. Давай смотреть, что дальше есть у нас в сюрпризах. Да. Да, давай смотреть. Давай. Это я, котенька. Меня. Давай смотреть, посмотрим, что там, какая пони. Может, попадется какая-нибудь новая пони. Котика огонь. Хочешь оранжевую пони? Да. Applejack? Действительно попадется Applejack? Нет, у нас попалась Сумеречная Искорка, Twilight Sparkle. Это единорог, она не просто пони, она единорог. Видишь, у нее рог здесь. И у нее, конечно, очень красивая грива. Но вот это на подставочке на зеленой. А те у нас просто стоят. А это на подставочке. Друг. Так-так-ки. Как? Ой. И теперь у нас яйцо с Fluttershy. А все, ты не поставишь. Только папа умеет так ставить. Так аккуратненько. Ух ты! Что там? А что ух ты, шоколадное яйцо? Да. Да? А ну давай откроем, посмотрим, может в шоколадном яйце еще что-то будет. Пахнет? Вкусно пахнет. Кул! А где белый? Не бывает белое шоколадное яйцо. Хотя, наверное, бывает. Что я такого говорю? Наверное, где-то продается. И белое, и зеленое, может быть, даже где-то есть. Вон я не прилипаю, шоколад на пальце поприлипал. И кто там?
Это луна или луна, я не помню, как ее правильно зовут. Вот такая фиолетовая пони с голубыми волосами, с голубой гривой. Даже не пони, тоже единорог. Ай! Красивая очень. Вот у нас два единорога и два пони есть. А ну, давай откроем пятый сюрприз, кто у нас победит. Кого больше будет, пони или единорогов? Ио! И у нас яйцо с Applejack. Если внутри будет Applejack, тогда победят пони. Шоколад? Пахнет? Пахнет чем? Шоколадом пахнет или пони пахнет? Так. Непонятно. Какой-то, наверное, смешанный запах шоколада и пони. Интересно, а как пони пахнут? Ты знаешь, как пони пахнут, Ян? Да. Как? А так. Вкусно? Да. Но это если их хорошо искупать, они вкусно пахнут. Странный у тебя метод открывания. Ну что, там внутри тоже розовая, да, капсула? Да. Давай, открываем, посмотрим, что внутри будет. Опа! Какой-то, смотри, очень толстый шоколад нам попался в этот раз. Открываем. Опа! И кто там? Не видно? Не видно. Кто это такая у нас? А, это Рарити! Рарити, Рарити. Тоже единорог. У нас единороги победили. У нас три единорога. Два одинаковых пони. Да. Две Флаттершай. Одна Искорка. Одна Луна или Луна. И Рарити. Вот тоже красивая очень. Ну, не пони. Красивый очень единорог. Вообще, классные игрушки. Очень милые. Красивые глазастые пони. Тебе понравились? Да. Тебе нравится мультик My Little Pony? Да. Ребята, если вы любите My Little Pony так же, как мы, ставьте нам лайки. Подписывайтесь нам на канал. Пишите комментарии к ролику. До новой встречи всем!